Дочь Александра Малинина от третьего брака 18-летняя Устинья поделилась в Инстаграм трогательным фото со своим братом-близнецом Фролом. Дети известного певца отдыхают сейчас в итальянской Тоскане. «Братик выгуливает», — написала коротко девушка. Тарантино в опасности. Юзеры сосватали Собчак знаменитому режиссеру, подписчики пришли в восторг от совместного снимка брата и сестры. Они написали, что это трогательно и очень ценно, когда между близкими родственниками такие отношения. Очень хорошая фотография, душевная, светлая, добрые лица. Оставайтесь всегда такими, здорово, что у брата и сестры такие трепетные отношения, какие милые дети. А братик ну вообще молодчина, нашел время выгулить сестричку, оставили комментарии пользователи. Через несколько месяцев Устинье и Фролу исполнится 19 лет. Они родились в третьем браке певца с Эммой Малининой. Пара поженилась в 1990 году, однако совместные дети у них появились только спустя 10 лет. Ранее 5TV.ru сообщал, что жена Малинина опубликовала трогательный снимок первого года замужества.